falar. Pour jusqu'à pink ou pas. Ça. Alors. Ok. A Pinkie Pie пришло письмо. Тут пришла Пинки Пай, пришло письмо. От Пинки Пай пришло письмо. Интересненько. Сегодня приедет Искорка Новая Пони. Меня зовут тоже Искорка. Моя сестра Искорка. Ура! Как моя сестра Каденс, вот та розненькая. Есть младшая сестра такая Искорка, тоже ее зовут. А это моя старшая сестра. Это Каденс. Понятно? Ура! Спайк? Спайк? Ой, ой. Спасибо. Хорошо. Фуи! Понятно. Мы уже здесь. Йо-хо, йо-хо, йо-хо. Сестра! Пинки Пай, ты моя подружка, помнишь? Да. Я привезла твою сестру Искорку. Искорка. Ой, я так с тобой соскучилась. Я тоже. У тебя еще не появились крылья. Да, ваше высочество. О, не надо. Ваше высочество. Не надо. Не надо. Ой, простите, штука на... Ничего страшного. А меня хоть кто-то болеет, что я перенесла эту сестричку. Пошли, сестричка. Стой, вернись, Пинки Пай. Не отдам тебе твою сестричку. Пинки Пай. Пинки Пай поймала. Я знаю, как тебе было трудно представиться, но, пожалуйста, отдай нам мою сестру. Не за что! Я же сказала. Так ты прощаешь меня? Да. Эй, сейчас сниму ее. Можно мне? Нет! Ты старшая сестра. Зачем ты младшей сестре не даешь моей? Старшая сестра. Это ты самая старшая сестра. Нет, она самая младшая, ты сиденье, я старше. Ты не даешь ей свой пояс. Ладно, ладно. Пинки Пай. Дурацкая Пинки. Нет, мое сердечко. Твое место уже за мной. И больше не плачь. Пожалуйста, газ здесь. Не что? Может, еще капелька побудет? Волшебный пузырь. Давай я тебя тоже научу такое делать. Давай. Нужно просто заклинание Зикоры от лихорадки. Вот так. И все. Заклинание Зикоры от лихорадки. Это какое еще? Тебе это мешает, что ты не заклиняешь. Это игрушка. На тебе пинки. На. Потом понесешь. Нашла она, потом ты.
Так. А ще не повзяв я. Видиш, тебе повзяло ото. Я хочу в туалет. Іди в туалет, іди. Причем? Это моя новая сестра. Я никогда еще не видела с ней. Так, я ваша мама. Нет, я ваша мама. А, точно, я забыла. Я тоже хочу в туалет. Пошли. Вторая часть. Durun bakalım, buraya böyle güzel düz görünmez. Demek buranın girişi değişik. Müritte bu sefer yan girer. Böyle de girilmez. Ulan Mürit, bir de arka arka girer. Baksana garson güçlük çıkarıyor. Tamam mı? Другая часть. Итак, похоже, ты уже научилась. Пинки Пай. Да. Что ты шепчешь? Что ты шепчешь там? Ничего. Волшебный пузырь здоровья. Ау! Волшебный пузырь здоровья! Ай! Ауч! Ауч! Не могу летать. Дай-ка я тебя научу. Не могу летать. Простите. Ай. Пинки Пай, да? Давай мне. Она побегу выиграет, потом ты. Мама! Давай, Миша, давай. Я подвезу ее. Хватит, девочки, я мама, я не умерла. Это ваша старшая сестра умерла. А ты сирене, а ты младшая. Младшая всегда вынуждает спать. Ты так что не плакаешь, что ты младшая. Ну, тогда я не пойду никогда в школу. Ты вырастешь и пойдет. Это она не пойдет. Давай. Пусть она отвезет. Это мое. Ты сильнее нее, не надо у нее забирать это. У нас только одна, не две. Так что отдай быстро ей. Эй. Видишь, какая она слабая? Ня. Что? Нет, это мое.
Это мой чемодан. Привет всем, мне чемоданчики. Она тяжелая. Да. Вот вам доктор. Доктор. Средняя сестра. Я случайно. Так. Умерла, значит, сестра. Какая? Старшая. Старшая сестра. Старшая сестра. Вот. Ну, нам нужно моя аликорн. Я аликорн. Ну, она же аликорн. У меня есть крылья. У тебя нету крылья, значит, ты не аликорн. Ты аликорн, есть крылья и рог. Магия аликорн. Но еще. Пинки Пай. Нужно нам земной пол. Магия земной пол. Кому-то полезно. Нет. Это же хорошо, младшая малышка. Я не малышка. Теперь я. Я ухожусь на ней. Я чемодан свой пакую. Кого-нибудь везти? Кого везти мне? Так, запаковала свой чемодан. Свою сумку. И чемодан тоже. Все, я собралась идти куда-то в другое место. Там, где мне нужно выступать. Давай с тобой поночуем. Куда она прибежала?
кто? Это дурацкая, которая со мной не идет. Это невеста, которая вывезла. А я нет. Пошли. Нет, не показывай. Я знаю, где она. Ну, видно, золотая птичка. Какие красивые. Пожалуйста, доверься мне. Стой же ты. Я знаю. Чемодан превращается в... для пассажиров. Игу. Ты поймал? Поняла, что я могу тебя поймать? Так, да? Хочу. Папка, опусти меня сейчас же. Нет. Не опущу. Поймала. Она тебе даст? Да. 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 Настя. О, может пора спать. Но сумка со мной остается. Пинки, еще даже ночь не сошла. А, ну-ка, да ты просто не хочешь отдавать ей свою... Больно! Вот видишь, я могу тебе сделать больно, если ты не дашь ей. Она права. Пинки права. Почему это она права? Потому что это не под цвет мне кожа. Сумка. А еще это не моя сумка. Ты этого не права. Теперь Пинки Пай не может меня поймать. На вам свою сумку. Она могла забрать мою сумку, потому что я ее забрала. А что ты ее не забрала? Я просто хотела вспомнить, кого это. Теперь я убедилась. Ну, типа, это твоя сушка. Теперь я поняла, что нужно делать.
Конец истории. Тут есть. Опа. Ножки пошире. Сам пусть смотрит, как я делаю. Теперь нам нужна резиночка. Резиночка. Пусть они будут сейчас ложиться спать. Рассказывай, что там ты делаешь. Сейчас только уложи их спать. Ваше высочество, ваше высочество. Я хочу спать, дайте мне поспать. Чё так рано вы на меня разбудили? Да нет, уже 10 часов утра. Что? Есть? Вставайте уже, мы сейчас печенька вам приготовим и чай тоже. А? Ой, хорошо. Сейчас пойду. Как я хорошо спала. Слепайся. То. Сегодня сейчас что-то крону. Уже 10 утра. Ну давай, я хочу еще поспать. А! Не сейчас 10 часов утра. Вставай. Дай мне поспать. Еще капельку. Всего лишь капельку крапочку. А, ладно, ладно. Спи, но чуть-чуть капельку, всего лишь маленькую крапочку. Добрый, сейчас моего медвежонка принесу. Я хочу. Медвежоночек со мной спи. Так, подождите, я сейчас еще печенька не достала. А, хорошо, я иду за стол. Что такое маленький стульчик? А, нет, это просто... И сейчас это не то. Сейчас принесу вам большой стульчик. Вот, вам большой стульчик. А сейчас я печенька достала. Вот вам печенечка. Ой, ой. Ах, сладкая. На.
сейчас я вам перекину, да? Спасибо вам огромное. Ой, буду спать. Что же я сделала? Ну что же там? Кто там тучит? Ну. Ваше высочество, ваше высочество. Ой, пойду в свою комнату. Вставай, вставай. Ваше высочество, ваше высочество. Да. Сейчас вам подарочек какой-то. От... Тут написано Пинки Пай. Что? Пинки Пай? Опять что-то мне приготовила? А, нет, это не шутка. Что же это? Сегодня приезжает новая пони. Спайк, приезжает новая пони! Пришлите меня! Ура! Ждите вторую серию. Пока! Наконец-то я добралась сюда. Только где же это новое поле? Как тебя зовут? Три хайя. Это три. Тук-тучек. А кто это там? Привет. Снова ты. Тук-тук. Кто еще? О, а это новая пони. Ну что, к нам пришла новая пони? Да. Хорошо. Ай, ай, ой. Что я не брала? Ой, простите, что свалила ваш замок. Вот я. А тебя зовут? Трихагер. А меня? Кстати, я принцесса. А, ваше высочество. Да? Ваше высочество. А я тоже принцесса. Ваше высочество. Ваше высочество. Эй, я не принцесса. А, простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Скуталу. А тебя? Меня Трихагер. А, понятно. Давай-ка, я очень благодарность. Хорошо. У нас осталось еще печенька. Да, осталось. Принеси. Она очень проголодалась после такого долгого путя, да? Да. Я жду. На. Ой, простите.
Вот тоже костер. Так. Вот стульчик. Эй, Валя, это не тебе. Ой, простите. Спасибо вам огромное. Я поела. Так, у нас очень много важных дел. Разговоров у нас очень много. У нас очень много королевских разговоров. Так что она пройдет тебе экскурсию. Да, а мы сейчас пошлем. Папа, библиотека. Ой, Твайлайт, Твайлайт. Да. Можно мне почитать книжку? Конечно, можно. Принеси мне книжку. Хорошо. Вот тебе книжка. А я пойду. Здесь. Но это же книжка ее. Они там должны быть. Не видно по-другому. Хорошо. А где я буду спать, Твайлайт? О, у меня есть матрасик. Хорошо. Мне хочется. Хорошо. Вот этот. О, классный матрасик. Ура! Я хочу почитать книжку, а я пойду. Мы пойдем в библиотеку. Так. Итак, я провожу экскурсию. Понятно? Да, понятно. Итак. Так, вот это комната. Вот наша комната. Это коридорчик наш. А это твой мотачик. Ну, ты уже поедешь. Это наш коридор. Ну, а это твой матрасик. Ну, конечно же, ты поняла, да? Да. А вот это комната, которая... Тут балкончик есть. А вот там... Ой, я кое-что забыла показать. А там вот камина. Так. А вот это комната Твайлайт. Хотя, нет, тут как-то тесно. И тут вот... Она спит. Вот это ее любимая кровать. Она вот спит. Экскурсия такая. Эй, спать. Что такое? Что такое? Что вам нужно вообще? Мы хотели, чтобы ты... Тик-так. Мы хотели, чтобы ты так делал. И на Твайлайт... Возле твоей, на Твайлайт кровати очень мягко. Хорошо, я тогда сплю на кровати. Ой, как мягко. Так, все провозили, мы тебе экскурсию. Теперь была... Уже должна прийти Твайлайт. Я лучше бы хотела бы почитать книжку.
Вау, как классно. Интересненько, как тут полазить в Twilight книжки. Ура, так здорово. Все почитала. Twilight, да. Ты можешь принести мне вторую серию? Конечно же, я могу. Спасибо. Так, здорово. Интересненько. Так. Нужно спать. Хорошо. Я нужно спать. А я в книге не смогу спать. Что я буду спать? Что это лук? Я тебе принесу лучше твой брат. Спасибо. В общем, а где мой Спайк? Эй, Спайк, что ты делаешь вообще на моей кровати? Просто у тебя так мягко, а у меня вот не мягко. И мне вот здорово тут так сделать. Ням-ням. Просто нам-нам. Понятно. Где ты теперь? А, да. Хорошо. Нам-нам. Ой. Так, все ложится. Ой, спать. Ложится спать. Я тоже. Я тоже. Так, все положились спать. Теперь и я должна. Спайк, Спайк, я тут сплю. А? Так, все положились спать, кроме меня. У меня же коронация. Так. Итак, все внимательно меня послушайте. Сейчас начинается другая серия, но не третья и не вторая. Это называется другое видео. Понятно вам? Хорошо, понятно, да? Да. Итак, видео заканчивается. Всем пока! Пока-пока! Все. Ура! Совсем хорошо! Скутану? Да. Тебе сегодня пришлют новую кроватку, хотя матрас нужно будет купить. Понятно? Да, я так сильно хочу свою кроватку, чтобы я была взрослой, не спала так же, как у тебя. А, вот как.
Тогда давай уже забирать посылку. Ура! Пошли. Вот. О, спасибо, что дали нам такую огромную кроватку. Сначала принесем давай домой эту кроватку, а потом уже. Так. Теперь твоя кроватка готова. А теперь нам нужно знать, что. Что? Нам вообще-то нужно... Сейчас я поправлю ей причесочку. Так. Таксик, таксик. Примонтируем ей сейчас тут прическу. Все примонтировали. Вот. Итак, пошли куплять. А можно этот матрас купить? Давай попробуем. Слишком мягкий. У вас нету другого? Нет. Нету. Только этот. Придется пострадать. Тогда давай куплять вот эту. Но мне же слишком мягко будет. Ну на чем же ты тогда будешь спать? Ты что, хочешь быть маленькой? Нет. Тогда придется тебе купить эту слишком мягкую кроватку. Ну что ж, я же сказала, что нету. Ладно, ладно. Нет. Хорошо, купим. Сколько дорого оно стоит? 12 дней. О, как раз. Простите. Сейчас я принесу свои 12 гривен. Одну минуточку. Так. Вот это будет 12 гривен. Вот мои 12 гривен. Так, ой. Моя прическа распалась, простите. Нужно ее опять подправить. Все, красота. Так, теперь мне нужно это нести вот сюда. Ну, мы принесли. О, спасибо. Купляешь эту кроватку. Ой, снова простите. Совсем люблю кроватки. Так, теперь... Эй! Ой, простите, мадам. Сейчас пойду в зеркало себя посмотрю. А ну, минуточку. Так, прическа моя. Ой, невозможно достать. У меня тут... Эй! Простите, мадам. Так, сейчас. Уже ночь. Буду спать. Стёбаная. Завтра у меня будет коронация. Ну что, завяжусь растрёпанной. Так всегда хочется завтра, чтобы сегодня была моя коронация. Люблю, когда у меня день рождения. Положусь. Сейчас. Одну капельку.
руку. Праздник твой испортила. Это праздник для Монтаж. А, папа, для Монтаж. Сейчас мне нужно резинку и знаешь, что еще? Еще такую, такую резинку, которую... Нужно две резинки. Я же не стерпи. Ну, и крошечные сделай. Ой, когда же Лего достанет? Ой, у меня сегодня коронация. У тебя сегодня коронация. Иди с ним сейчас. Хорошо, порядок привести. Хорошо, сейчас. Свою прическу я расчешу. Не на коронацию, ура! Повытирать ей все волосы. Но не в общем все. Я половину вот так. Раз. Петух. Половину оставлю. Потом я эту половину пройду. Вот. Так, самотаю, самотаю. Ой. Теперь мне нужна лисенка. Тут уже я расчешу ночью. Сейчас мама мне поправит. Закрепилась, а теперь я лучше свою резиночку. Так. Таксик.
хорошенькая и славненькая. Все, мам, привела в порядок мою прическу. Вау, классно оделась. Спасибо. Я хочу покачаться на качелях. Сегодня сказали, что коронация отменяется. Что? У меня сегодня день рождения. Ну, подарки тебе передали. Ура! Только уточка. Я же люблю уточка. Тихо, быстро. Сейчас. Мне нужно подняться наверх. Ой, ой. Простите. И... Сейчас я прилечу туда. Вот это. Такое огромное. Ура, 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 ура. Люблю такое огромное. А что коронация отменяется? Я же приготовила свою прическу нормально. Эй, дедушек, эй, не убегай. Больше так не делай. Хорошо. Ну, сказали, потом она будет, коронация. К нам сегодня, потому что новая пони приедет. Собирайся. Ой, простите. Привет. Всем привет. Я новая пони. Как тебя зовут? Уже не помню, как меня зовут. Криси? Нет. Меня зовут Кризи, да, точно. Меня зовут Трихагер. А ты покажи на Зикону. Кто это Зикора? Ну, наша, которая вылечает на зелье. А, понятно. Так и есть Зикора. Ты что? Подруга Зикоры? Нет, я сестра. Так это вообще как родня! И да, точно, родня. Ура! У нас две родня! А что, ты Зикора? Нет, я будешь. Понятно. А где ваш замок? Сейчас, одну минуточку. Пожалуйста, подождите, жители тут. Да, я дома буду убираться тут, потому что тут надо хорошенько генеральную уборку сделать. Тут завтра женщины приезжают. Папа. Вот. Покрасим уже после того, как она уедет. Папа. Потому что... Можно мне сюда это поставить? Угу. Так, видно его? А что там, видео уже снимается? Угу. Я зайду в замок свой. Я же Алькорд. Самок переверню. Переверню сюда. Так они будут вот там. Так что нужно перевернуть. Уже плохо получается, смотри, ты все. Ой. Я так уже так, какой-то вот. Танк! Танк, это вот это.
Да, да, там да. Нету капусты. А я там ему кушать прям будешь. Ху. Ху. Ура, мне осталось сочи. Ага. Давай-ка кушай. Хотя я не люблю морак. Иначе ты останешься голодной, и мы тебе завтра не дадим обед. Ну я ладно, ладно. Так, тебе спайк одна капуста. Ну только один разок. Хорошо. Все, нету капусточки. А это моему. И так я кушаю. Ура. Что-нибудь приготовим. Давай-ка. Давай. Скуталу? Нет, ты Рэм будешь вместе с Куталу. А Скуталу, то есть, Скуталу нас там подождет, хорошо? Хорошо. Хорошо, Скуталу? Давай. Пошли, Рэм будешь. Пошли. Вот. Видишь, что ты еще и даже зеркальце есть вот такое. Мы можем посмотреть. Вау, какая я красивая. Итак, давай готовить. Давай. Давай, что вы будете приготовить? Искорка. Вот у нас тут такие две капусточки. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Вау, а тут бананы. А тут что у нас будет? А, морковка полезненькая. Так, будем варить кофе. И смотрите. Так, я эту половинку возьму, а ты эту возьми. Тебе бананы, тебе морковка. Давай-ка готовить! Я кастрюлю, а ты вот это. Хорошо? Смотри, как сюда нажимаешь, это моя, а это твое. А это, чтобы мясо делать. Ну, хотя у нас мяса нету, поэтому мы вместо мяса делаем это с морковкой. Итак, начинаем! Я сначала помою посуду, тогда им... Искарка. А знаешь, где посуда у нас? Где? Сейчас я покажу тебе. Вот у нас тарелки тут. Достал. 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 На тебе. Мой сначала розовый мне, а потом тебе. Добрый. Я сюда положу. Другую. Так, я начинаю. Ой, я же уже положила. Так, а я положу то, что тебе нужно. Скуталу, иди в другое место. Скуталу, иди в другое место. Тебе тут не надо. Иди, пожалуйста, в домик и жди нас. Потому что тебе не надо готовить. Ты не умеешь готовить. Спайк, ты иди, хорошо? Потому что ты умеешь готовить очень хорошо пироги. Вот и сможешь другое приготовить. Давай-ка, Спайк. Макани. Так, Спайк, поклади, пожалуйста, эту газульку, а я буду банан. Так и не припомнила, как она называется. А, Лев, даже попомни мне, как это называется. Ну, как же она называется? А, капусточка. Так, давай-ка я сюда покладу. Опа. Вот так. Рэмбл, дашь мый! Мый! Мый уже! Рэмбл, дашь мый посуду! Я же мою! О, помыла уже! Ага. Тогда свою тарелку уже мый! Мый свою тарелку! Окей! Фу, летаю! Так, это у меня уже помытое! Так! Так, все по-хорошеньку! Кладим. Вот так. Спайк, пожалуйста, давай уже готовь. А ты, Ху, пожалуйста, сможешь тут подождать нас? Ты не можешь готовить. Ты даже ху-ху делаешь. Понятно? Так что уходи.
О, ты тоже наверх. Я умею лететь. Пип. А это черепаха, она не умеет летать. Может, она будет тут? Тут. Скуталу упал. Би-би-би-би-би-би. Итак, Спайк, что я тебе сказала? А, точно. Ой. Спайк, ты все разрушил. Теперь сам убирай. Хорошо. Чего она такая дурацкая? Прям непонятно. Что ты сказал? А, пока ничего. Ну, хорошо. Извиняюсь. Рэ, будешь мыть посуду. Я все уже помыл всю посуду. Тогда клади свою тарелку сюда. Чё ты как нет? Помогай мне, пожалуйста. А, ты что, не можешь оттуда ее достать? Вот, доставай сама. И так будет легче тебе. А то никак вымоешь меча, а сама так. А теперь мы давайте... приступим. Так. Что же нам хотелось? А, вот. Кто-нибудь, пожалуйста, помоги мне, Спайк. Да что-то оно тут. Так. Теперь мы сможем ее открыть. Ой. Придется ее вытащить. Вот он. Не готово. Еще раз. Искорка, еще раз. Включай, пожалуйста. Оп. Да. А что не готово было, Rainbow Dash? Еще раз. Включай, пожалуйста. Ох. Чего не готово? Все готово. Готово? Готово. Можно теперь делать. Все, все. Все, еда на поле валяется. Искорка, ты плохая повар. Просто у меня не получается магию. Я всю магию свою потрачу. Ты можешь магию свою использовать. Переготовить прекрасное ужин. Вот перец не добавляешь? Это же не перец. Перец у нас тут. Она будет соленая, так что не надо перец. Ну, она тебе перец добавляет, а мне, пожалуйста, это. О, кто к нам приходил? Ой, кто? Кто там драконы приходили? Смотрите, драконы, черный дракончик. Искорка, видишь, дракончик. А он к нам уже не придет. Дракон сбегался. Ты какой магию использовала? Магия. Магия этого, как же его, победить Дискорда. А я еще и даже не достала это, соленость. Так, так, соленость у нас тут. Как же мне тут его от... Ну, давай. Делай хоть что-нибудь. Давай я тебе помогаю. Вот, у меня есть человеческие рука. Майя. Понятно. Вот, держу. Открываю. Чик-чик. Пс-пс-пс-пс-пс. Так это не сюда нужно. Давай ко мне. Элемент гармонии. Так.
Так, теперь мне тут. Так, пойдем туда лучше. Так. Что-то вы будете рассказывать? Все готово, Rainbow Dash, еда готова. Ура! Вот, спасибо. Смотри, это тебе. Тут то, что ты хотела. Угу. Спайк. Это у нас манты, да? Скуталу, Скуталу, пожалуйста, иди сюда. Скуталу, ты играешь в Скуталу. Скуталу, ты где? Вот это Скуталу. Скуталу, Скуталу, ешь вместе с Rainbow Dash. Так. Ху. Ой, то есть... Я так устал, такой голодный. Танк! Танк! Танк, да. Это вот это. Да, да, танк. Да. Пожалуйста, кушай с Rainbow Dash. Ху! Ху! Я тут. Давай-ка кушать. Так, я буду кушать. Одну капусточку я поела. Так, тебе спайк, одна капусточка. Ой. Я так устал, какой голодный. Танк! Танк! Танк, да. Это вот это. Да, да, всё, да. Всё, нету капусточки. А это пожалуйста, моему. Пожалуйста, кушай с Rainbow Dash. Ху. Ху. Ура, мне осталось лучше. Ха-ха-ха. Давай-ка кушать, а я не люблю мрак. Иначе ты останешься голодной, и мы тебе завтра не дадим обед. Ну, капусточку я поеду. Ладно, ладно. Так, тебе спайк, одна капусточка. Ну, только один разок. Хорошо. Все, нету капусточки. А это моему. И так я кушаю. Ура. Это самое лучшее. Ха-ха. Ну, я уже достала. Ну, я уже достала. Ем. В моих руках. Twilight Sparkle. Я сейчас тебе дам на минутку ключи. Эти Rainbow Dash. Пожалуйста, просиди, чтобы никто не украл. Скажи, пожалуйста, где мой брат? Скажу, конечно же, пошли со мной. Только Rainbow Dash в этот раз не побей, а то... Я не могу ходить, ты же мне ноги поломала. Забыла? Вот ноги твои. Они не рабочие, смотри, какое состояние. Хвостик ты мне сломала, ты меня так побила. Значит, давай я тебе все зашью. Давайте. Ой, спасибо. А хвостики? А иголку мои? Иголку? Да, иголка чтобы для... я с тобой мог драться. Ну, иголка, ну, нам не надо, потому что... Вы же пойми, я же покажу вам. Угу. Перенеси мне, пожалуйста, моего брата. Так ты можешь сам за него сходить. Я буду даже... ты... Дай мне ключи, которые от тюрьмы. А? Вот ключи от тюрьмы. Пошли со мной. Пошли. Пошли же. Пошли, возьми ключи, возьми. А ты что со мной не уйдешь? Я подожду вас здесь. Хорошо. Привезите, пожалуйста, мне. Хорошо. Моего брата. Летайте уже. Давайте, летим. Летайте уже. У вас же есть магия, человеческая рука. Возьмите на спину. Ой, привет. Привет, вот твой брат. Ой, привет. Видишь, заработал. Мой брат, привет. Как ты смог это? Как ты смог дружить? Как ты смог дружить с поняшками? У меня еще не был вариант. Конечно же, у него не было, но мы же запрятали все животные, а так бы мы его в эту большую тюрьму посложили. Давайте, ты приехал, у меня все уже рабочее, мы можем драться с ними, победить и забирать эти домики себе. Тогда я обратно его в тюрьму. Чук, 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 чук. Ура, я победитель, смотри, Rainbow Dash. Никто не может помогать ей. Искорка теперь моя.
Раз гірше чув, раз. Іскорка мої. Ура. У тебе ніякого магія не поможе. Я її отримав. Ха-ха-ха-ха-ха. Забираю на тюрму, спасаю її. Ха-ха-ха-ха-ха. Ти не можеш помогати. Я же сильніший, ніж іскорка даже. У вас магія не поможе. У вас запуталась. Як же його розпутати-то? Папа, розпутай. Ай-ай-ай-ай, іскорка-іскорка, ай-ай-ай-ай. Отпускай мене, пожалуйста, іскорка, отпускай. Отпускай мене, пожалуйста, я думав сильніше, чим ти. Я могу тебе забирати, оказывается, ти сильніше, чим я. Ой, допоможіть, пожалуйста. Я допоможу. Но только если ты меня больше не звалиш. Папа, распутай, пожалуйста. Я не буду больше. Magic, and it's growing all the time. A new adventure waits for us each day. Is yours and mine. We'll make it special every time. We'll make it special every time. What a wonderful, wonderful friendship brings. Do you know you're all my very best friends? You're my very best friends. You're my very best friends. You're my very best. My little pony, my little pony, what is friendship all about? My little pony, my little pony, friendship is magic. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. When I was young, I was too busy to make any friends. Such silliness did not seem worth the effort it is. My little ponies, you opened up my eyes. And now the truth is crystal clear. A splendid summer skies. And it's such a wonderful surprise. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. My